Шофер, держись за баранку крепче. Свой профессиональный праздник отмечают работники пассажирского транспорта. Это прекрасно, что можно прийти, благодарить всех тех, кто встает до зари и помогает нашим жителям города Нижнего Новгорода добраться вовремя на свои рабочие места. Всех тех, кто обеспечивает исправный подвижной состав, руководителей предприятий, которые несут на себе колоссальную ответственность. Впервые этот праздник установили 40 лет назад, а с 2012 года его отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта. Ведь объем их работы действительно колоссальный. 30 тысяч километров пассажирских маршрутов у нас. Автомобильный транспорт только за первые полугодия перевез 88 миллионов пассажиров. Трамвай, троллейбусы, метро – еще 45 миллионов пассажиров. Вдумайтесь, нет ни одной другой системы, которая бы имела такую связь с населением. Безусловно, среди водителей и работников, которые обслуживают пассажирский транспорт, есть и особенно отличившиеся. Они получили благодарственные письма от главы администрации Сергея Белова, и для них праздник стал еще более приятным. Ну, это радость в работе, в жизни. Ребенок вот гордится, мы пришли сюда отметить, посмотреть концерт. Порадоваться. Губернатор в своей поздравительной речи пообещал, что дороги в скором времени станут еще лучше, а значит, водителям работать станет проще и приятнее. А это ли не лучший подарок к профессиональному празднику?